Весь мой сетап ты найдешь в конце видоса. А сейчас твоему вниманию полевая студия Atom Mini Pro ISO от Blackmagic. Именно такими должны быть гаджеты. Именно такой должна быть ваша полевая студия. Железобетонный. Поясню. Крепкий компактный корпус. Удобный, тяжелый. Не боится эксплуатации. Кнопки, как на военных приборах. Ты их нажимаешь, а они работают. Качественные разъемы. Здесь питание прикручивается. Все должно быть эффективным и надежным, потому что ты работаешь в поле. Расскажи мне пару фактов из жизни Гагарина. Для тех, кого уже задолбали ноуты со своим перегревом, постоянным ЦПУ в полке и глючным софтовым энкодингом. У меня 8 ядер, 16 ГБ памяти, 2 графические карты, и он не может нормально стримить и писать на диск даже одну камеру. Даже для одной камеры. Так вот, для тех, кто хочет надежно, уверенно и без лишних нервов делать эфиры, писать сюжеты, интервью с 4 планов, записывать одновременно все источники, при этом стримить Full HD, не переживая, что стрим вот-вот развалится, получить всю мощь качественного студийного формата – это железка для вас. Итак, у нас здесь управление каждым потоком HDMI, как по видео, так и по аудио. Фактически мы можем управлять громкостью, включать или выключать этот аудиопоток в общий стрим. Audio follow video – это когда мы переключаем на один из источников видео, аудио переключается также за ним. Это если, например, все 4 камеры подключены с микрофонами. Также у нас 2 основных входа на аудио – микрофон 1, микрофон 2. Один моно, один стерео. Мы сюда подключаем наши профессиональные микрофоны. У вас 4 опции по функциональности и цене. Мини, мини-про, мини-про ISO и Extreme. Основная разница между ними – Pro умеет стримить с одной кнопки на YouTube. Pro ISO умеет писать 5 потоков в реальном времени, сводить видео и аудио сразу в проект DaVinci в формате мультикамеры. Причем все могут управляться удаленно по сети. Особенность ISO-версии в том, что автоматически создается проект, уже синхронизированы по тайм-коду всех источников видео сразу на диск. Да, некоторые говорят, нет выхода для наушников, но не просверлили. А мониторинговый HDMI для чего? У тебя есть полевой монитор, тут все есть. А вот Extreme умножает все в 2 раза. Все порты и кнопки в 2. И ну, есть дырка для ушей. Итак, в чем фишка? 4 HDMI входа, 2 аудио. HDMI для мониторинга, выход на USB, Ethernet. Он может даже стримить через мобильник. Переходы, стадийные эффекты, хромакей, автоматизация через макросы, удаленное управление, мультикам. 5 источников записи одновременно. И все это по нажатию реальных кнопок. И главное, все ваши действия в эфире добавляются в проект вместе с исходными файлами. В итоге вы получаете полноценную запись эфира с возможностью изменения на постпродакшн. 1-1, 1-1, 1-2-3. Каждая большая кнопка – это переключение источников аудио и видео. Здесь переходы, здесь эффекты, здесь апстрим и даунстрим, картинка в картинке. Это переключение камер, видео выхода включаем, программный режим. Задержек переключения видеоисточников нет. Это хардвар. При необходимости коррекции latency между аудио и видео, чтобы не убегало аудио вперед, есть специальные таймеры. Управляется через application. Этой коробкой можно управлять удаленно, подключать к другим видеомикшерам. Также есть плагины прямого доступа, например, с Photoshop. Режим веб-камеры, то есть использовать для видеоколов с компа, Zoom, Meet, Skype и другое офисное барахло.
При подключении камер Blackmagic есть опция управления всеми настройками, включая фокус, баланс белого. При включенной опции писать исходники на камеру, например, Blackmagic Pocket 6K или 4K, на постпродакшн есть вариант одной командой заменить Full HD на исходники в RAW формате. То есть можно фильмы снимать. Вы не теряете ни качество, ни время на посте. Мой сетап – пример для стрима лекций. Это три камеры, общий план, включая стол и обстановку вокруг меня. Крупный план, когда нужно сконцентрировать внимание на то, что ты говоришь. Камера на стол, где я рисую или демонстрирую оборудование. И четвертый источник – это ноут с терминалом. Про аудио – это профессиональный студийный микрофон через аудиоинтерфейс, радиоприемник или петличка напрямую. USB-C как веб-камера в тот же ноут, если нужно передавать картинку, например, в Zoom. Все это уходит вживую стримом на YouTube одной кнопкой. Как это работает? Ты включаешь питание. Ты выбрал заставку, включил стрим, на превью проверил все источники, переключил на основной, нажал кнопку перехода, и ты в эфире. Сегодня мы будем говорить с вами о Kubernetes. Дальше переходишь между источниками путем нажатия кнопок и не паришься, фокусируешься на контенте и аудитории. И главное, все получают удовольствие. Ты от процесса, аудитория от качества. Пожалуйста, подписывайтесь на его подкаст-канал. Удачи!